Я с детства увлекалась тематикой soft skills, даже когда они так не назывались еще. Мне была интересна коммуникация среди людей, персоналом. Я даже думала стать психологом. И мама меня часто водила, когда я была маленькой, на работу, где я видела, как сотрудники общаются друг с другом в рабочее время и в нерабочей, в неформальной обстановке. Тогда мне захотелось научиться выстраивать коммуникацию в коллективе, чтобы она приводила команду к наиболее высоким результатам. Я сейчас реализовываю свой проект под названием «Деловая игра. Моя траектория успеха». Она направлена на развитие компетенций хорошего руководителя у школьников. Проект я придумала в 2020 году. Изначально игра создавалась длительностью от 2 до 3 месяцев, но сейчас я провожу эту деловую игру в течение года, один раз в неделю. Игра состоит из 2 параллельных прямых, то есть реальная жизнь и виртуальная жизнь. В реальной жизни ребята самопрезентуются, объединяются в команды и создают свой проект. В конце года, как только мы пропишем их проекты, сделаем смету, финмодель, проработаем MVP и так далее, их ждет защита проектов перед экспертами конкурса. Ребята, которые участвуют в 11 классе, получают привилегии при поступлении в Институт экономики и финансов КУ плюс 3 балла к ЕГЭ. А также это большой опыт, новые знакомства и свой личный проект. Мы хотим объяснить ребятам, что успех проекта целиком и полностью зависит от того, насколько хорошо слажена команда, насколько хорошо проведена коммуникация между всеми сотрудниками. И, как я считаю, 90% успеха проекта – это команда. Сейчас я вам предложу выполнить задание со спилс-картами, которые направлены на ваше сплочение и командообразование. Вы распределены на роли. Кто-то ищет информацию, кто-то ее передает, а кто-то собирает саму карту. Выигрывает та команда, которая соберет карту быстрее всех. На выполнение задания у вас есть 20 минут. Давайте приступим. В 2021 году я попала на программу МОСМШУ, где мне помогли как раз разобрать проект по полочкам. Мы придумали MVP проекта, мы разработали смету, финмодель, провели пробные уроки. И в этом мне помогла тоже моя команда на МОСМШУ. МОСМШУ помогло мне упаковать свой проект. Раньше он был достаточно масштабным, и сейчас я нашла тот сегмент, который интересен мне. Также МОСМШУ помогло мне тем, что дало мне нужные связи и помощь наставников. Например, совсем недавно я была на встрече с Александром Борисовичем Молотковым, и мы обсуждали про внедрение моего проекта в школьную программу предпринимательских классов.